Так, ребята, всем привет еще раз. Сейчас я буду тестировать новую программу. Вот это Play Memories Home. Вот это она была прямо в моей камере, оказывается, записана в карточке. Ну, не в карточке, внутри прямо камеры, в устройстве. Там 8 гигабайт у нее. Сонька 210, я напоминаю. Так, вот теперь смотрите, я с нее карточку вставил. Я могу просто скопировать, да, вот это, что я наснимал сегодня. Вот стрим. Видите, вот это все. Могу просто скопировать. А потом придется в Sony Vegas или в другой программе редактировать долго. Но можно вот этой программой. Пумс. Так. Здесь мы берем съемный диск. То есть я сейчас вставил карточку Соньки и погнала. Погнала импортировать. А, выберите файлы для импорта. А можно было новые просто нажать. Что-то она сегодня у меня все сама погнала. Ну да ладно. Так, долго. Вчера было быстрее. Так, вот этой программой. Актем. Владик мне подогнал вместо Камтасии. Ну, сейчас вот мы ее протестируем, как она с экрана сдирает. Так, все видео не все. То есть все-таки надоело, то есть Соньке говорю. И кучу программ вы там мне советовали разных. У них проблемы. Одна форматы не понимает, у меня в МТС формат выводит. Ну, это AVC все равно HD 264, да, по-моему, кодек. Ну, не понимает, короче говоря, одна программа неплохая. AVDMUX очень классная программа, но, зараза, звук. Последнее, предпоследнее видео видели, звук отстает от изображения. Так, импорт. Выбрал все, импортирую. То есть просто так вот скопировать с карточки эта программа не хочет понимать. Вот ей надо именно импорт показать. Но зато потом клеит очень быстро. Так, а есть пауза тут? Владик, а где тут пауза в этой программе? Нету? Да что ж такое, ребята? Ну вот все какое-то с недоработкой. Вот неплохая программа для записи с экранки. Ну так паузы нет. В Камтасе есть, а тут что? Остановите все, и оно сразу выведет файл. А потом сиди клей опять это все соединяй. Опять в другой программе. Короче, дурдом какой-то. Так, 47 файлов не снимал. Ладно, прерываю, потом как-нибудь склею. Итак, продолжаем. Вот скопировали. Вот я выбрал сегодня 4 файла. Давайте для теста это видео. И выложу вам его. Заценим качество, как оно порежет ютубом. Но тут-то ничего не порежет. Итак, здесь у нас есть редактировать, преобразовать видеоролики. Нажимаем эту штуку. Теперь можно обрезкой видео заняться. Но мне сейчас их просто соединить, вот эти 4 файла. Вот я выбрал. И теперь можно их перетаскивать. Раз, два. В любой последовательности. 3, 4. Теперь далее нажимаем. Сейчас выберет все эти. Хотим галочки убирать, не убирать. Все, нас все устраивает. И нажимаем объединить. Тут пишет у нас, видео должны быть перекодированы. Да. Ну, около минуты. Пауза. Итак, есть. Видите, в том же формате, а в том же месте, что и первое видео. Так, а первое видео у нас было здесь. А здесь у нас, вот оно стало, по таким названиям. И объединила вот эти все, раз, два, три, четыре файла.
И теперь смотрим. Да, вот, ребята. Последний раз. Все, класс. Что будет из этих покрышек? Вот смотри. Ой. Конфликт был только что с Action программой. Так, теперь давайте посмотрим свойства файла. Вот подробно. И вот оригинальная с камеры. То есть все равно что-то ж порезало, да? Да нет, ребята, то же самое. 29 кадров, 16 тысяч килобит. Ну, то есть вот эта Сонькина программа. Отлично, можно и резать. В принципе, мне-то что надо? Где-то кусочек видео какой-то обрезать. Потом это все срастить и выложить, и все. И плохо только в камере еще нет, ребята, в этой. Нету паузы. То есть тут включил, запись пошла, выключил, все, это один файл. А паузы нету. Бывает, часто надо там ненадолго раз паузу бы нажал, и все. Ну, в общем, вот эта вот прога мне, в принципе, подошла. Вот сейчас выложу спокойно это все за 20 минут видео, и вы уже посмотрите. Ну, а дальше буду смотреть, как, какие тут баги найду, что тут еще будет не так, как надо. Ну, все равно что-то будет не так, как надо. Ладно, все, ребята, всем пока. Итак, есть. Видите, в том же формате, а в том же месте, что и первое видео. Так, а первое видео у нас было здесь. А здесь у нас, вот оно стало под таким названием. Я объединила вот эти все раз, два, три, четыре файла. И теперь смотрим. Да, вот, ребята. Последний раз. Все, класс. Что будет из этих покрышек? Вот смотри. Ой. Конфликт был. Только что с Action программой. Так, теперь давайте посмотрим свойства файла. Вот подробно. И вот оригинальная с камеры. То есть все равно что-то ж порезало, да? Да нет, ребята, то же самое. 29 кадров, 16 тысяч килобит. Ну, то есть вот эта Сонькина программа. Отлично, можно и резать. В принципе, мне-то что надо? Где-то кусочек видео какой-то обрезать. Потом это все срастить и выложить, и все. И плохо только в камере еще нет, ребята, в этой. Нету паузы. То есть тут включил, запись пошла, выключил, все, это один файл. А паузы нету. Бывает, часто надо там ненадолго раз паузу бы нажал, и все. Ну, в общем, вот эта вот прога мне, в принципе, подошла. Вот сейчас выложу спокойно это все за 20 минут видео, и вы уже посмотрите. Ну, а дальше буду смотреть, как, какие тут баги найду. Что тут еще будет не так, как надо. Ну, все равно что-то будет не так, как надо. Ладно, все, ребята, всем пока. Конфликт был только что с Action программой. Так, теперь давайте посмотрим свойства файла. Вот подробно. И вот оригинальная с камеры. То есть все равно что-то ж порезало, да? Да нет, ребята, то же самое. 29 кадров, 16 тысяч килобит. Ну, то есть вот эта Сонькина программа. Отлично, можно и резать. В принципе, мне-то что надо? Где-то кусочек видео какой-то обрезать. Потом это все срастить и выложить, и все. И плохо только в камере еще нет, ребята, в этой. Нету паузы. То есть тут включил, запись пошла, выключил, все, это один файл. А паузы нету. Бывает, часто надо там ненадолго раз паузу бы нажал, и все. Ну, в общем, вот эта вот прога мне, в принципе, подошла. Вот сейчас выложу спокойно это все за 20 минут видео, и вы уже посмотрите. Ну, а дальше буду смотреть, как, какие тут баги найду, что тут еще будет не так, как надо. Ну, все равно что-то будет не так, как надо. Ладно, все, ребята, всем пока.